Дорогие дети, уважаемые взрослые, я хочу от имени секретариата Союза композиторов России горячо приветствовать вас в этом зале, потому что действительно 25 лет – это срок очень большой для одной такой милой, очаровательной женщины. Вот. Дело в том, что клуб, ведь, если так посчитать, я сейчас занимался арифметикой, пока служу, 25 лет – это значит 9 месяцев, в каждом месяце 4 заседания. Или сколько у вас? Один раз? 4. То есть, день. Значит, помножим на 25, это получается очень солидная цифра. И вот все эти годы Татьяна Георгиевна ведет этот клуб, ведет с первого его заседания до сегодняшнего дня. Надеюсь, и дальше будет все это продолжаться. Вот. Ну, знаете, трудно сказать об этой работе. Мне вспоминается, вот недавно я слышал по телевидению выступление митрополита Смоленского и Калининского Кирилла, который говорил так, что в творчестве и в любом деле он рассматривает три вещи, в отличие от двух, которые мы обычно рассматриваем. Вот произведение искусства, я говорю, обычно отмечают талант и мастерство. Ну и талант, и мастерство есть. Вот. Но он еще одну категорию назвал – святость. То есть, помимо таланта и мастерства, есть еще нечто, что заставляет человеку проявлять этот талант и свое мастерство по самому большому счету, по счету, так сказать, святому. Вот. И мне кажется, что вот эта святость, которая присутствует в работе и в творчестве, и в исполнительстве, потому что Татьяна Георгиевна замечательный пианист, но вы слышали ее, как вы знаете. Вот. И вот это помогает ей, по-моему, преодолевать то, что вообще простому смертному человеку невозможно преодолеть. То есть она пробивает все своим вот именно влюбленностью в свое дело, тем, что это необходимо, сознание того, что это необходимо, и то, что Татьяна Георгиевна делает, это честь, хвала, и дай Бог ей дальше так же вести себя и развиваться творчески, потому что это, кстати, и я думаю, что мы все должны горячо их поблагодарить. Я тут был много стихов, я тоже хочу, хотя себя оставить несколько слов, стихов уже. Здоровья вам, счастья и доброты. Живите на радость людям, а мы сердца свои, как цветы, бросать в ногам вашим. И то, что рядом с детьми присутствует взрослый, это, по-моему, замечательно. И я тоже понимаю, что сюрприз. Просто я тут много было транскрипций сыграно. Я хочу сыграть транскрипцию Рахманинова «Вокалист». Замечательно. Вообще сыграно музыку Рахманинова. Звучит прекрасно. Много. Это замечательно. Ой, можно было крышку открыть все-таки. Кстати, это я впервые услышал в исполнении Зака. Мы с Татьяной Георгиевной учились у одного педагога по роялю консерватории. И он однажды на концерте сыграл эту транскрипцию, и мы когда пришли после концерта поздравлять его. Причем эта транскрипция Рахманинова, вы знаете, делал много транскрипций, и Шуберта, и свои сочинения. Но почему вот этот романс? Вот транскрипцию для фортепиано не сделал. Но есть оркестровые изложения, вы знаете, посвящено это Неждановой, написано в 11 году. И вот Рахманинов много играл и транскрипции другой, чужой музыки, так, не своей, и свою тоже музыку. Но почему вот этот романс? Не приложите. Thank you.
традиция, о которой говорил великий Шопен, что счастлив тот композитор, кто может быть одновременно исполнителем. Это традиция композитор-исполнитель своей и не только своей музыки. Слава Богу, не увядает у нас, потому что у нас много действительно в России талантливых людей. Спасибо вам огромное. Я хочу сказать, что просто такой скромный дар от нашего клуба. Здесь книга, роман оперы «Верди». Это очень интересная книга. Я вас хочу поблагодарить как коллегу и как продолжатель этой традиции замечательной. Вот эта действительно традиция ведется издавна в русской культуре. Вот она, я очень рада, что мой коллега ее продолжает достойно очень. Я хочу тоже поблагодарить и попросить на сцену Лоренцо Ивановича Блинова. И наш скромный дар от клуба преподнести ему, потому что знаете, замечательно, когда творческий человек во всем творческий, потому что, видите, Лоренцо Иванович не только композитор, но он еще и замечательный поэт, и вот это вот хобби, я не знаю, они, по-моему, равноценны теперь, так сказать, две профессии, я бы сказала, не хобби, две профессии в вашем творчестве. Вот, ну, конечно, Куприн у вас дома есть, но, тем не менее, всегда очень хорошо раскрыть книгу. Она драгоценный, да, драгоценный дар вот этот вот купринской, так сказать, романтической прозы, потому что вот здесь вот эта вот именно романтическая проза Куприна. Я вас хочу поблагодарить за ваше творчество, пожелать как коллега вам дальнейших свершений, потому что это замечательно и в обеих областях. А я понимаю, потому что еще раз хочу помимо всех наших приношений передать еще из Казани, у нас тоже есть клуб в Казани, ваш покорный слуга, один из его руководителей, и очень сходно он называется. Здесь вдохновение, а у нас здесь называется клуб восхождение. Это этически нравственный клуб, который очень близко связан и с поэзией, и с музыкой, и очень часто приглашает как раз на свои заседания интересных музыкантов. И, быть может, у нас, наверное, вот такие вот еще концерты. О, это замечательно. Итак, от клуба «Казанского восхождения» при Казанском доме ученых большой привет клубу «Вдохновение». «Вдохновение». Это замечательно. Спасибо большое. Спасибо. А у нас еще замечательный гостях коллектив, который специально приехал сегодня из тоже из другого города к нам. И выступал однажды он, нет, не однажды, даже дважды в прошлом сезоне. Замечательный театр народной песни «Узорочье». И вот этот театр сегодня в гостях. Фольклорный театр. Я хочу попросить приготовить сцену, потому что здесь нужна сцена, свободная уже. И здесь будут говорить голоса и инструменты народные. Из родников России действительно вышло то, что мы сейчас увидим и услышим. И я хочу представить вам художественного руководителя этого замечательного фольклорного ансамбля, который стал недавно лауреатом телерадиоконкурса «Голоса России» театра «Узорочье» Надежду Кольцову. И попросим мир народной музыки к нам в гости. Thank you.
поставлены такие условия петь завтра что. Мы обратились к Татьяне Георгиевне Смирновой, и она нам дала свои произведения, из которых мы выбрали одно, выводил ее батюшка. Это номер из большой сюиты, который называется «Ярмарка». Она била ее, батюшка.
Мы хотим, чтобы память ваша прибыла не на клубе. Вы получили, вот эта книга осталась у вас. Это замечательная книга «Свет миру», написанная Александром Мениным. Вот посмотрите книгу, это волшебная книга. Спасибо большое, но вы еще не закончили свой выступление. А я и не говорю. Я жду только, эта книга пускай будет у вас. Огромное спасибо. Нашим клубам.
нашу традиционную отъездную. Замечательную русскую культуру. До новых встреч! До свидания!